виток в истории здания родильного дома. Масштабная реконструкция – долгожданное событие для коллектива медицинского учреждения и, конечно, прекрасной половины жителей Химок. На время капитального ремонта будущим мамам продолжают оказывать необходимую помощь, только в других медорганизациях Подмосковья. Сотрудники, да, родильного дома, они также вот продолжают сегодня работать? Сотрудники родильного дома, часть сотрудников работает в гинекологическом отделении, часть сотрудников работает в женской консультации мамы и малыш на улице Родионова. Для всего коллектива это долгожданное, наверное, событие, да? Мы очень ждем, когда родильный дом откроется. Не только мы ждем, женщины нашего Химкинского округа ждут. Все время задают мне вопросы, когда откроется родильный дом. В общем, мы в ожидании. Сегодня на объекте вовсю кипят строительные работы. Бригады уже завершили монтаж цементно-песчаной стяжки и каркасов под облицовку панели. Возвели перегородки, подготовили гидроизоляцию подвальных помещений. Площадь здания родильного дома более 5000 квадратных метров. На объекте ежедневно трудится 70 человек. Одновременно бригады выполняют сразу несколько видов строительных работ. Сегодня общий объем капитального ремонта составляет 40%. Отставаний по графику строительных работ нет, уверяет подрядчик. И это несмотря на то, что во время капитального ремонта бригады столкнулись с небольшими сложностями. Ведь зданию более 50 лет. У нас практически каждый дверной проем нам приходится усилять, как вы можете наблюдать. Также прокинуты усиления по перекрытиям, сделаны усиления в подвале. Также мы, по сути, заливаем новые монолитные лестницы спуска в подвал, потому что подвал у нас будет эксплуатируемым. Сейчас там будут находиться раздевалки, санузлы для медперсонала, ну и также какие-то технические помещения. Впереди выход на финишную прямую. Строителям предстоит выполнить отделочные работы, прокладку инженерных сетей. Благодаря масштабной реконструкции увеличится мощность операционных. Палаты станут максимально комфортными для пациенток. Но главное, роддом оснастят по последнему слову техники. Будет полностью переоснащение родильного дома современным оборудованием, операционных блоков, диагностическим оборудованием. Да, конечно же, будет полностью новая мебель, удобные кровати. Ну, все будет сделано для максимального удобства и комфорта пребывания здесь. Преображению роддома приступили летом прошлого года. Капитальный ремонт здания – инициатива жителей Химок. Мы обсуждали с жителями очень много предложений, касались различных сфер жизнедеятельности округа. Это и благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, конечно же, модернизация социальных объектов. И очень большое количество предложений от жителей поступило касательно именно нашего родильного дома. Капитальный ремонт выполняют в рамках госпрограммы здравоохранения Подмосковья. Планируется, что все строительные работы завершат в декабре этого года. Ход обновления оценила комиссия во главе с заместителем главы Химок Кристиной Бадатовой. Хорошие темпы. Опасений по относительно завершения к декабрю нет. Мы планируем завершиться в декабре в начале. Мы планируем в ноябре завершить и начало декабря использовать это там на мойку. А принять первых пациенток в обновленном здании в планах уже в начале 2025 года. Коечный фонд родильного дома останется прежним. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.